Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. В студії учасники громадської організації Фонд регіональних досліджень Олег Туляков та постійний експерт Валерій Іванович Борзунов. Доброго дня, Валерій Іванович. Добрий день. Шановна громада, протягом останніх передач ми обговорюємо текст одного документу, який наша громадська організація пропонує до не стільки підписання, скільки до виконання усім суб'єктам місцевої політики. Це меморандум, який спрямований на забезпечення сталого розвитку громад Сумської області. У студії телеканалу АТВ протягом останніх передач ми обговорюємо основні положення цього меморандуму, аби вони були зрозумілі, ясні та прозорі для усієї Сумської громади, для тих осіб, які цікавляться сталим розвитком Сумської області. Тема нашої сьогоднішньої передачі – це проєктний підхід, сутність проєктного підходу, а підходу, який є структуроутворюючим для нашої діяльності, і ми вважаємо, що саме проєктний підхід – це те, чого зараз Україні не вистачає. Ми вже неодноразово у цій студії говорили про те, що ми за офіційними даними живемо за межею бідності. Організація Об'єднаних Націй визначила 5 доларів на день як межа бідності. У нас середній дохід населення за 2017 рік нижче 5 доларів за день. Отже, ми, намагаючись розібратися у причинах цієї ситуації, бачимо, що одна з причин – це відсутність проєктного підходу, відсутність відповідної належної діяльності щодо розробки та реалізації проєктів сталого розвитку України в цілому та українських громад. Отже, спочатку традиційно поговоримо про основне. Що таке проєктний підхід, його сутність? Валерій Іванович, будь ласка. Ну, якщо так коротко сформулювати, что такое проектный подход, то он звучит достаточно просто. То есть это создание или строительство любого объекта, в том числе и такого объекта, как государство, страна, на основе разработанного проекта. То есть ключевое слово, что здесь в строительстве объекта начинается с разработки проекта. Вот эта вот внешняя простота, на самом деле, если ее расшифровывать, и что такое проект строительства там, любой страны или там, развития страны, это достаточно сложный. Но если вот, на бытовом уровне определить, вот, никто из тех, кто занимался, ну, допустим, строительством дома, и никогда не может себе представить, что дом можно строить без проекта. Или там, строить, начинать с крыши, а не с фундамента. То есть каждый понимает, что нужна проектная документация, сметная документация. Вот, и каждый понимает, что реализация этого проекта, она выражается в какой-то последовательности, а не так, как вот субъективно хочется каждому. Но вот когда мы начинаем переходить к понятиям государственное строительство, когда мы начинаем переходить к понятию устойчивого развития, вот здесь, к сожалению, мы допускаем себе то, что можно делать без проекта, можно делать на основании каких-то так, субъективных оценок, субъективного анализа, на основании там, закона какого-то, который принят там, Верховной Радой, без технико-экономических обоснований и так далее. Вот это вот существенный недостаток, который на сегодняшний день есть. И как результат мы не имеем системного подхода, системной реализации, и слабо представляем себя, может, и вообще не представляем. А что же мы хотим? То есть какую страну мы хотим построить? Вот эта знаменитая там фраза, которая уже больше 25 лет живет Кучмой, о том, что скажите мне, что мне строить, и мы будем строить. То есть, во-первых, скажите, он уже, допустим, был премьером-министром и не знал, что строить. А во-вторых, скажите, а не разработайте, не исследуйте. Это вот, если коротко, и если рассмотреть, а какой же состав проекта должен быть, если мы говорим о проекте устойчивого развития, то, по сути, это проект строительства будущего страны. Поэтому он должен содержать как минимум вот такие вот составные части. Ну, во-первых, должны быть проведены научные исследования мировых тенденций, региональных тенденций, особенностей нашего внутреннего устройства, ментальности нашей и так далее. То есть эта исследовательская работа, она, в принципе, проводится при любом строительстве объекта. То есть
прежде чем делать, допустим, технологию какого-то цеха, существует научно-исследовательская работа, которая разрабатывает эту технологию. Это обязательное условие. В результате этого исследования в строительных объектах появляется техническое задание на проектирование, а в системе устойчивого развития появляется так называемый документ «Стратегия устойчивого развития». Это второй документ. Третий документ, который здесь должен быть, это главное звено, или проектировщики говорят, общесистемный проект. В данном случае главное звено или общесистемный проект – это у нас проект «Экономика будущего». Это то, на чем строится вообще, это фундамент системы развития, на чем должно строиться. Четвертый – это так называемые проекты секторальных реформ, вот то, что мы говорим, там медицина, децентрализация, освита и так далее. Пятый – это дорожная карта, которая выполняет это во времени, реализует это типов строительства, что было, если кто понимает, сетевой график выполнения строительства. Дорожная карта, которая раскладывает во времени это и синхронизирует все части проекта. И последняя составляющая – это пакет проектов законодательства, который имплементирует вот этот проект. То есть проект устойчивого развития. То есть законы должны будут приниматься не по какому-то хаотическому плану или там событию, и как кому кто вдумается, а они должны четко истекать из того проектного задания или того проекта, который мы ориентированы. Ну вот если коротко, то это суть проектного подхода в системе устойчивого развития страны. Валерий Иванович, у зв'язку з першим питанням я би хотів поговорити ось про що. Ми шукаємо у цій передачі точка росту, точки росту. Тут я вбачаю точку росту в тому, що все ж таки на Україні багато вищих навчальних закладів. Хтось говорить, що їх забагато. Ну, я так вважаю, що це треба використати задля того, щоб дійсно побудувати стратегію розвитку України. Ви сказали про те, що треба врахувати світові тенденції, треба врахувати багато обставин, заплутаних і важких обставин, які зараз є на Україні. Тобто це робота для науковців. Ось, ну, ви, напевно, знаєте, що кожен науковець, коли пише певну роботу, статтю, монографію, дисертацію, там є обов'язковий такий розділ актуальність теми. І ось у цьому розділі треба, ну, якщо так говорити простіше, описати, навіщо твоє дослідження потрібне народу України. І я думаю, що кожен науковець зараз стикається з певною проблемою. Пишуть, як правило, такі загальні фрази. Знаєте, в Україні яка оновлюється, в умовах демократизації, у контексті сучасних українських реформ і так далі. Я не думаю, що хтось дійсно може сказати, що це реально на Україні має місце. От. Тому хотілося б просто дізнатися про вашу точку зору. Роль науки, роль науковців у забезпеченні ось саме цього проєктного підходу при плануванні українського майбутнього. Ну, мы когда рассматривали вопросы вот устойчивого развития самой концепции, говорили о том, как создается система управления территорией и кто субъекты управления. И в том числе говорили, что один из четырех субъектов – это наука. Наука, которая, ну, определяет будущее, прогнозирует, разрабатывает и так далее. То есть без участия научного общества, без научных исследований вот мы не можем создавать проекты, которые могут реализовываться там через 10, 15, 20 лет. Это функция науки. Если говорить, что у нас происходит сегодня на Украине, то вот, я бы однозначно бы не сказал так, что, мол, все плохо или, наоборот, там все хорошо. Вот, могу сказать, что у нас есть неплохие разработки научные, а именно по устойчивому развитию. Но вот в качестве, допустим, одного примера я приведу национальный доклад по цели устойчивого развития, который вышел под флагом Министерства экономики. Это еще в 2016 году. Вот, и при научной координации Института экономики Академии наук. Хороший проект. Там вот цели устойчивого развития ООН, 17 целей, которые они сформулированы, в этом докладе сконцентрированы 86 задач и, по-моему, 127 показателей их развития.
То есть прекрасный доклад, на основании которого можно было бы дальше разрабатывать стратегии. Он был доложен в кабинете министров, рассмотрен и так далее, положен в долгий ящик. То есть у нас есть разработки, но власть почему-то их не воспринимает. Это вот одна сторона. И вторая сторона о том, что у нас многие институты, и в том числе региональные институты и университеты, которые занимаются этой проблематикой, но, извините за такое вот грубое слово, подсели на гранты и отрабатывают деньги. То есть это освоение бюджетных и грантовых денег. Вот то, что заказывается, то и делается. И горизонт этих разработок, вот по тем, допустим, стратегиям, которые я вижу даже по Сумской области, горизонт этих разработок, ну, максимум 2 года. А точнее, на срок действия бюджетных денег или срок действия грантов. Ну, конечно, не говорить ни о каком устойчивом развитии здесь не говорится. Вот такой вот парадокс. Хороший научный потенциал, и тем не менее его ни на местах, ни в центре не используется. Вот в результате мы, по сути, вообще не имеем понятия об устойчивом развитии. Ну, ми тут якось повільно перейшли до другого питання, що зараз у плані проєктного підходу робиться на Україні. Ну, дійсно, стратегії загальної на Україні немає, тому науковцями та іншими там суб'єктами реалізовуються певні проєкти, і наскільки вони пов'язані із сталим розвитком, це звичайне що питання. На мій погляд, ось ви задали питання, чому влада не використовує ці пропозиції науковців. На мій погляд, значно легше сидіти, скажімо так, на схемі, да? Значно легше мати певний зиск, не напружуючи мозок, не беручи на себе відповідальність. Ну що значить якийсь там керівник, припустимо, там сумський міський голова або міський голова іншого міста, скажуть, я буду зараз реалізовувати проєкт сталого розвитку міста Н. Це значить взяти на себе відповідальність, правильно? Це значить сказати, от я обіцяю вам через 5 років, що буде ТТТ, і через 5 років відповідати за це. Це, на мій погляд, уникають. От значно легше так, як воно є. І мати певний зиск, не брати відповідальність і мозок не напружувати. Дійсно, ми, на жаль, не так часто, не так багато бачимо людей зі стратегічним мисленням, людей, які приймають науковців, слухають науковців взагалі, які до них звертаються, також мало. На мій погляд, ось так відбувається. Причина, чому не втілюється, не впроваджується цей підхід. Ну от, смотрите, на сегодняшний день Украина руководствуется указом президента, который утвердил стратегию развития до 2020 года. И там даже есть слово «устойчивого развития». Но кроме вот этого слова «устойчиво», если посмотреть, проанализировать эту стратегию, там ничего близкого к устойчивости нет. Начинаем мы вот с того, что должны определить. Но если эта стратегия принята в 2015 году, то мы и до 2020 года, мы должны иметь какие-то макроэкономические индикаторы, параметры, а какая страна должна быть в 2020 году. Вот ни одного макроэкономического показателя там нет. Ни по экономике, ни по качеству жизни. Случайно это или нет? Нет, не случайно там не сделано. Это не то, что эту стратегию зарабатывали там дилетанты. Хотя у нас очень много и законов, и проектов разрабатывают просто люди, не понимающие в этом ничего. Здесь сознательно это сделано, потому что обозначение конкретных параметров, да еще расписанные по годам, влекут за собой ответственность. То есть можно мониторить, можно показывать, а мы в правильном направлении развиваемся, мы правильно принимаем те или иные решения, как в центре, так и в регионе. Это очень просто контролируется, к примеру, допустим, там валовый национальный продукт. Мы его расписываем, что мы, там, в 16, 17, 18, 19 году мы должны иметь вот такой-то, такой-то показатель. Очень просто по окончании года показать. Мы приближаемся к 2020 году, удаляемся или мы вообще в провале. И за это будет нести ответственность. Громада должна спрашивать. Вот это вот первый момент, связанный с тем, что отсутствие проекта и целей устойчивого развития позволяет всем руководителям и всем властям уходить от ответственности. Вот это, ну, на мой взгляд, один из самых важных. А второй момент,
Если к власти приходят, ну, будем говорить так, не совсем честные люди, мягко говоря, тогда вот этот вот управляемый хаос, где нельзя сориентироваться, куда мы движемся, он очень облегчает жизнь. Они садятся на схемы, они делают все, что им нужно, и уходят куда-то не только бюджетные деньги, но и деньги бизнеса, и нельзя принять никакие меры, потому что нет и ориентиров. Вот две причины, на мой взгляд, это очень характерно для Украины, будем так говорить. Для мене взагалі, з точки зору як моралі, з точки зору філософії, для мене взагалі принципове питання. На мій погляд, це питання совісті, звичайної людської совісті. От чи з'явиться ця совість, відповідальність перед наступними поколіннями у тих, хто приймає рішення, від кого це залежить, чи вона не з'явиться? Я думаю, доля України саме від цього залежить. За часи Радянського Союзу був відносний порядок, але, на жаль, це відносний порядок, як на мій погляд, був побудований Сталіним через страх, через репресії. Я не думаю, що це правильно. У даному разі у українського суспільства є унікальний шанс не через страх, а ось так, обрати свідомий вибір, ось сталий розвиток, відповідальність перед своїми дітьми, відповідальність перед своїм суспільством. Не тільки виявляти свій патріотизм, беручи там участь у заходах і говорячи про це, а зараз у цьому, якраз у конкретному, дійсно розробляти проєкти, думати про сталий розвиток. Ну, ми знову заговорилися, Валерій Іванович, останнє питання, що ми пропонуємо задля того, щоб цей проєктний підхід, на наш погляд, єдино правильний підхід, дійсно впроваджувався в Україні. Ну, от ісходя з таких от основних недостатків, або то, що відсутствує у нас в реальній житті, ми в своїй концепції і пропонуємо основні принципи проєктного развития, проектно-устойчивого развития. И вот, ну, исходя из того, что мы уже почти год пытались заниматься вот практическим внедрением, то есть разработкой проекта, и, к сожалению, у нас ничего не получилось, я не увидел никакой заинтересованности ни на местном уровне, ни на центральном уровне, ни на уровне территориальных громад в разработке таких проектов, потому что вот получается так, что задача у них совершенно другая. Но если не рассматривать это там глобальных, а спуститься там на чисто региональный уровень, то что мы предлагаем? Объединенные территориальные громады не должны объединяться на основании каких-то лозунгов. Вот давайте добровольно объединимся, соберемся в зале по базарам, извините за сленг такой, и не имея никакого документа, примем решение, объединяться или не объединяться. Территориальные громады должны объединяться на основании технико-экономического обоснования, на основании стратегии устойчивого развития и возможности этой территориальной громады выйти на уровень самодостаточности. Потому что то, что сегодня творится у нас с этими территориальными громадами, ну, там, я говорю так, возьмешь самые развитые города, посмотришь, как формируется бюджет, от 50 до 80% дотации и субвенции. То есть нет никакого экономического прогноза, нет никакого экономического обоснования. И в результате громады объединяются для того, чтобы осваивать бюджет, осваивать дотации, осваивать субвенции. Это вот первый момент. Второй момент, когда мы начинали говорить об устойчивом развитии, мы говорили о стратегии. Вот можно разрабатывать стратегии для территориальной громады, но это будет фрагменты какого-то устойчивого развития, потому что в отдельном городе, в отдельном районе, в отдельном селе, коммунизм все равно нельзя построить. На развитие этой территориальной громады накладывает отпечаток рамки региональной стратегии, то, что мы говорили, стратегии страны. Вот на уровне страны я уже отметил, что там нет никакого устойчивого развития. Аналогично у нас делается стратегия регионального развития. Каждая область имеет, это на полочке лежит эта стратегия. Это, скорее всего, перечень мероприятий для освоения бюджетных и бизнесовых денег. Это не стратегия. Поэтому получается, что мы не имеем на уровне страны стратегии, не имеем на уровне региона и пытаемся что-то сделать на уровне территориальных громад. Это второй момент. Третий момент, вот здесь прозвучало у вас точки роста. Точки роста – это та база исследования,
на основании которых можно говорить о потенциале и развитии той или иной территориальной громады. И на каждую точку роста, которая дает наибольший эффект, наибольшую добавочную стоимость, нужно делать свой инвестиционный проект. У нас ни одной точки роста, у нас вообще понятия точек роста ни на региональном уровне, ни на уровне страны нет. Не говоря о том, что у нас нет вот таких инвестиционных проектов, по которым мы можем привлекать инвесторов. Мы много говорим, что нам нужны инвесторы, а на столе должны лежать, допустим, по территориальной громаде 20-25 инвестиционных предложений или 20-25 инвесторов, инвестных проектов. Вот у меня в концепции это обозначена матрица, вот 34 направления точек роста, которые должны адаптироваться на каждом уровне, то есть на уровне селе, на уровне села, на уровне там, района и так далее. Вот этого абсолютно нет. Ну и может последнее, я остановлюсь на порядке или на принципе разработки законопроектов, я это называю вот таким вот хаотическим каким-то движением. Законы разрабатываются и принимаются то ли политическими дилетантами, то ли откровенными лоббистами. В результате это вот, как это говорит Акин, едет на осле, и что видит, то и поет. Вот так и здесь у нас законы принимаются на рефлексионном уровне. Вот какое-то событие произошло, рефлекс принятия закона. Должен быть пакет законов, которые имплементируют стратегию, которую вы приняли, и которые обозначены вот такие макроэкономические. Вот если коротко, то вот эти вот 5-6 основних базових принципів составляють проєктний підхід. Дякую, Валерій Іванович. Як завжди, тут особливо нічого додати. Єдине, що є побажання. Я так вважаю, що якщо який-небудь міський голова або ще хтось, від кого залежить вирішення це питання, звернеться до нашої громадської організації і скаже, от я хочу робити так. Я думаю, що він достойний того, щоб увійти у історію України. Ну, поки... Все, с кем мы разговаривали, все хлопают в ладоши и говорят, что да, это правильно, но у нас свои особенности. Ну, то вже питання друге. Шановне товариство, сьогодні ми говорили про сутність проєкту підходу, який, на наш погляд, забезпечить сталий розвиток України та Сумської області, так, зокрема, територіальних громад Сумської області. Ми сподіваємося, що вам було з нами цікаво. Завтра наша громадська організація, Фонд регіональних досліджень, в обласній державній адміністрації проводить засідання громадської ради, де ми будемо представляти свій проєкт стратегічного розвитку Сумської області. Наша наступна буде передача, буде присвячена повністю інформаційному висвітленню цього заходу. Ми вам дякуємо за увагу. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.